Эпидемия не отступает. В Бийске продолжают закрывать учебные заведения. Сегодня образовательный процесс был приостановлен в 9 школах, а уже завтра к числу закрытых на карантин учреждений добавится школа номер 3. Согласно данным Управления образования, завтра в Бийске не будут работать уже 10 учебных заведений. Это школы номер 9, 25, 41, 4, 17, 12, 1, 8, 31 и 3. Кроме того, приостановлен учебный процесс в 45 классах 10 школ. Что касается детских садов, то по-прежнему закрытыми остаются 17 групп. Добавим, закрывают учреждения образования, основываясь не только на низкой посещаемости, потому как из-за морозов многие родители просто не отпускают детей в школу, а в первую очередь смотрят на данные врачей.